Хей, йоу, ребята, всем привет, с вами снова я, профессионал енот, и Фиалка, поздоровайся. Всем привет, ребята. И как вы уже увидели, ё-моё, блин, стрёмно так появился, слышишь? Чё ты тут горчишь уже? Короче, мы будем выживать на одном блоке человека бензопилы. Смотри, куда он полетел? Где он? Нет. А, вот. Ку-ку. Да ё-моё, блин. Хорош нас пугать. Капец. Наша задача, короче, здесь развиться и построить свой дом. Вот, а человек-бензопила будет, возможно, какие-то задания там, как-то взаимодействовать с нами, что-то, возможно, продаст нам. Может, буду мешать. Либо да, либо будет мешать, вот. Мы здесь, короче, пока... О, фиалка уже добыла. Ха, что-то надо было. Короче, надо будет, я так понимаю, добывать вот такие вот штуки. Так, человек-бензопила. Нам надо сюда, в общем... что-нибудь поставить, какой-то блок. О, чтобы можно было добывать. Во, все. Вот, ребят, смотрите, мы добываем вот такие вот штучки. Вот, это у нас голова человека, бензопилы. Я вам вот даже и... побольше вот такую платформу сделаю. Нифига себе, смотри, какой щедрый, а. Дружище, если ты мечтаешь получить новый iPhone, крутую машину, игровой компьютер или сердечко под комментарием, то прямо сейчас тебе нужно поставить лайк, написать в комментариях слово «хочу» и подписаться на канал, а также нажать на колокольчик. 1, 2... Обязательно поставь лайк, напиши слово «хочу» и подпишись на канал. 3. Прямо сейчас посмотри на экран, и последняя цифра твоего лайка, и есть приз, который ты получишь. Приятного просмотра! Ну да. Вот, мы будем добывать вот такие вот бошки человека-бензопилы. Ты куда? Алло! Меня утянуло вниз. Десантировалась вниз фиалка. Это было очень забавно. Вот. И нам надо... Мне не понравилось. Ну а что теперь поделать, а? Вдруг им... Вот я только подумал, смотри, какой, а. А это было забавно. А, забавно, ну да, это было прикольно. Так, ну все, я появился. Алло, хорош там над нами издеваться, нам надо строить дом. Нам надо блоки, нам надо деревья, короче, чтобы здесь доски выращивать. Сколько стоит земля? Вот нам надо стак земли. Стак земли стоит 20. 20, всё. Зачем нам земля? Давай, ну в смысле земля, чтобы садить деревья надо будет нам. Так, ну, все. На тебе 20, ты где вообще, алё? Подожди. Вон, на тебе 20. Я жду свой законный стак земли, чтобы расширить платформу. Во, фиалка, добывай, а я пока начну здесь... Алё, тут не стак, тут 62. Да хватит. Че, надурить меня хотел? В смысле на. Хватит? Во, 64, майнкрафтовский стак. Вот так вот. У нас тут, конечно, побольше стаки, чем в Майнкрафте. Не 64, а поболее намного, там, в несколько десятков раз. Мало тогда очень. Ну, так я просил там майнкрафтовский стак, все нормально. Жареная фиалка. Так, тем временем я расширяю здесь территорию, чтобы было где строить дом. И я бы, знаешь что... О, сколько стоит ведро лавы и ведро этого, как его, воды? 40. 40? Вот, так, фиалка, сколько у тебя есть? Давай купим ведро лавы и ведро воды. Скидывай, у меня 24 есть. Нам хватит сейчас. Вот. Давай, кидай нам ведерко сюда. Так, 58. Сейчас я тут поделю. Так, 40, ты сказал. На тебе. Ведро воды и ведро лавы надо. Это я чтобы понял. Мы блоки у него больше не покупали. Сейчас сделаем, короче, генератор булыжника. Всё. Кого? Алло! Покупка отменяется. Да дай сюда ведро, алло. Как-то выживать-то, блин, алло, слышишь? Человек бензопила наглый какой. Отдавай ведро воды и ведро лавы. Давай что сюда обратно. Кого? Я тебе отдал алмазы, посмотри, подожди, у тебя больше. Подожди, у меня оружие появилось. Ага, что, не такой крутой, правда, патронов нету. Дай сумку с патронами. А? Дай сумку с патронами. Сколько стоит сумка с патронами? Смотри, он тебя привязал. А, нет. А, блин, поплавок прямо перед лицом. Отстань. Ага, нифига не получилось у тебя, да? Не получилось. О, ведро воды, так, быстрее, хорошо. Забирай. Я забрал. Сколько сумка с патронами стоит? У меня оружие есть. Сколько? Фиалка, держи тебе пушки. Так. Они бессмысленные, если они без патронов. В смысле не сколько? Ну сколько стоят? Ну скажи, ё-моё. Не стоят. Ты хочешь меня заносить? Жалко, что ли, или что? Да. Жалко? Блин, да. Ну ты капец. Вот такой вот жадный человек-бензопила здесь. Так, нам надо еще земли. Человек-бензопила. Сколько земля стоила? 20? Да. Так. Земля стоит 20. Так, держи 20. Вау!
Что произошло, нифига? Опять. Что, еще стак земли? Да, еще стак земли надо, еще стак земли. Угу, так, сейчас. Так. Нам же надо здесь как-то развиваться, выживать, вот это вот все дела вот эти вот да, делать. Да, надо. Вот. Поэтому без стака земли... О, земелька, все, земелька вижу, земельку. Оп, сюда забираю. Да отстань ты! Ай, что на мне... Тебя не видно? Опа-на. Одна маска моя торчит. Так, неплохо. Это уже лучше. Здесь мы, значит, что делаем? Здесь закрываем и здесь закрываем. И все, по идее, должно работать. Значит, сюда мы льем. Так, а я не знаю, что первый блить. Наверное, лаву надо налить. Так, сюда льем лаву. Так, давай, лава льется. А сюда вот так водичку. Во! Работает! Булыжник у нас появился первый, и я уже его забрал. Так, а вот это вот надо здесь... Вот это надо здесь поломать, короче, снизу там. Так, ну-ка, сейчас я вот сюда ломаю. Вот сюда. Да, ё-моё! Хорош! Я невидимая тоже, кстати, была. И мне ещё с пилой попал. Траванул меня бензопилой своей или чем? Что у меня там? А я невидимый до сих пор, слышишь? Нифига себе. Так, сгорает булыжник мой. Это... Ай-яй-яй, да я сейчас сам тут сгорю, блин, нифига. Во, нет, 3 булыжника добыл. 4 булыжника. Не, ну я так долго буду. Ай! Ты чё, блин? У меня мало. Это не я. Это он Понят был. Это по-любому человек бензопила. У фиалки нет зажигалки. Фиалка, он тебя прицепил. Прицепил тебя фиалка. Давай, знаешь, что сейчас делаем? Сейчас смотри, что делаем. Смотри, делаем вот такие бортики. Капец какой. Все, теперь он нас отсюда не утянет, слышишь? Отойди назад. Так, давай. Во. Все, я, короче, здесь все закрыл. Вот теперь все будет нормально. Так, он поднимет. Человек бензопила, продай еды. Еды? Да, нам нужна еда какая-нибудь. Желательно повкуснее. Сколько там что будет? 20 тоже еда. Так, давай, сейчас даю 20. Так, 20-ка есть. Вот, забирай 20 голов бензопил. Оп. А мы сейчас. Во, курица! Неплохо. Че, 3 всего, блин? Че так дорого, блин, алё, фиалка, ну, тебе ладно, надо? Ну ладно, ладно, хорошо. Это не сейчас... курица, это крольчатина, на. Сейчас еще дам, подожди, вот, держи. Ладно, мне... где? О, это чё? Не-не-не-не-не, я такое есть не буду. Я давитую картошку мне сунул. Вообще, слышишь? Так, добывать булыгу, короче, долго, вот, но мы будем иметь, что она здесь как бы есть, иметь в виду, что она есть. Вот, дай нормальной еды, слышишь? Дай бургер какой-нибудь. Ты ко мне пристал? В смысле, пристал? Это ты над нами издеваешься здесь. Давай на своем 20. Одном блоке. Еще 20 за бургеры? Да. Так. Ну только побольше бургеров, ё-моё. Да. Оп. Все, закинул. 40 уже закинул за еду, которой так. Нету. Еще у меня есть 2 ведра, это хорошо. Давай. Ай-яй-яй. Тихо. Дай бургер. Бургер. Ай! Ой. Блин, фиалка, он нас отравил, я сейчас откинусь. Нет. Может быть, это нет, если... По идее, не откинусь. Да, не откинусь. Он меня не ударил. Собрались, а? По идее, он меня не ударил, и у меня как бы все даже... У него бургер в руке! Эй, отдай бургер! Эй, бургер! Бургер отдай! И продай патроны продай. Патроны не продам. Да продай патроны, зачем это жалко. Тебе? Зачем оружие тогда дал, а? Живая. Оружие я тебе не давал, оружие? У меня оружие тут появилось, так что ты давал оружие. Ничего капец. Подобного. Патронов ага. Не будет. Патронов патроны не будет. Дай. А что, боишься? Будет? Не боишься будет патроны дать? А что мне бояться? Так, фиалка, из чего дом будем строить, а? Вот бы из бедрока, да. Из бедрока? Не, бедрок он нам по-любому не продаст. Ты что, продашь нам бедрок? Ай! Пиу. Ну ё-моё! Да капец, блин! Хватит травить нас. Какой блок выберем, а? Нам надо блок выбрать, из которого строить дом, чтобы потом покупать этот. О, продай кирку покруче, слышишь? С удачей какую-нибудь жесткую. Сколько стоит? Много. Сколько? 2 стака. Два... В смысле, 2000, что ли? Да нет, в смысле, 128. Ты цифрами говори, ё-моё. А тут стаки у нас же сразу. Фиалка, сколько у тебя денег есть, а? У меня 94. Голов, о, скидывай. Сейчас купим кирку крутую. Давай. Так, блин, у меня пол сердечка. Надо хавать бургеры еще. Так, 128 ты сказал, да? Сейчас мы тут тебе отлистаем 128. Так, 129 отлистал. Все, забирай, давай кирку. А ты давай, меня давай, не давай. Тебя вижу. А я? Меня тоже видно уже вроде, да. Тоже видно. Хорошую кирку с удачей только. Хорошую кирку, да? Ну конечно, ну прям крутую, ё-моё. То мы тут копаем. Нам надо блоки. Фиалка, выбрала блок какой-нибудь? Держи. Кроме бедрока. Может быть железо какое-то, а? Тут нет удачи, это не то. Бетон?
Во, да, давай бетон, купим бетонную коробку здесь, построим себе и будем в ней жить. Ладно, да. Класс. О! О! Вот это прям классно. Так, включаем. Ай! Ай-яй-яй, да снова ты меня траванул. Фиалка, тут есть кирка золотая. Можем ее поставить в этот. Ой, куда она делась? Во, я быстро теперь добываю, короче, все вот эти вот бошки этого бензопильного гада. Да хватит, что ты, блин, тут, алло. Да я ничего не делаю 20 вообще. Секунд отравления, ты офигел? А? Я что? Здоровье восстановить не могу со своим отравлением, блин. Кошмар какой-то, что делать-то? Так, сколько бетон стоит? Нам надо много бетона. 500 бетона сколько стоит? 500 бетона? Да. 300. 300? Нифига себе. Фиалка, сколько у тебя? У меня 106. Может, у тебя скидки какие-то есть, а? Скидки? В натуре дофигища, блин. Накопала сколько-то, нет? Скидки. Мне 54. 54, блин, нам еще сотку надо до 300. Блин, кошмар. Что так дорого, блин? А мебель сколько стоит? Слышишь, кровати сколько стоят? Эй, я ж теперь медленнее-то копаю. Зачем слабости-то? Что творишь, блин? Вечно полсердечка. Хорошо. Что такое? Опять отравление, да я только поел. Да я ничего не делал. У меня отравление опять. А, это, наверное, я восполнил здоровье и начал травиться дальше. Кошмар. Так, Фиалка, скидывай, сколько у тебя там есть уже? Он меня подбросил так. Капец. Подбросил? А, нифига, слышишь? А, все, мне хана. Бам. Я разбился. Это все ты виноват. Фиалка, скидывай бошки, а то я обернулся, тебя нету, слышишь, нифига. 100, вот, давай, у меня 201. Давай нам бетон давай. Ой, сколько? Ну, 500, договаривались. Хорошо. Так, блин, выживать на одном блоке с человеком бензопилой, это жестко. Он постоянно травит, ничего не дает, не продает патроны, вот, так, издевается с кирками. Вижу. С едой, короче, тоже недокармливает. Вообще кошмар какой-то. Так, где дом бы не строить? Недокармливаю? Да, недокармливаешь. Ну вот тебе утешительный приз. Ага, давай, отравление. Да? Нет, вот я скинул. Где? Кого? Фиалка подобрала. Нифига себе. Нет, кроме кирок и у тебя мясо было в руке, я видел. Нету. А, ясно. Правильно, правильно. Нас не проведешь. Оп. Это чтобы ты мясо расходовала, которое он тебе дал. Я тебе говорю, он хитрый. Очень хитрый человек бензопила. Так, я тем временем уже начал делать платформу для дома. Надеюсь, хватит. Я тебе не рыба тут. Все реально как рыбок нас кормит, слышишь? Хорошо, что не червяков на голову кидает. Встань. Чё тебе там, смешно что ли, а? Ты чё думаешь, если у тебя там бензопила в башке, то тебе можно издеваться над нами? Ты смотри какой, а? Так. Чё творит, а? Я прям в лаву закинул. Да. Нифига ты. Вот это ты гад, слушай. Чё ты до фиалки-то пристал, ё-моё? Ага, теперь в меня начинает стрелять. Отстань со своим луком. Отстань, да говорю. Я просто стреляю. Ага, просто стреляет. Стрелы тут встряют, блин. В потолок, в пол уже прилетела. Ну, ладно, ядовитая все. Стрела. Ну да, конечно. О, ну хотя бы быстро отравление прошло, и на этом спасибо. Так, все, начинаем делать крышу. Крыша нам надо... Продают дерево. Дуб дерево. Нам надо, дуб. Да, Фиалка, дуб? На тебе кирку, чтобы ты добывала. Ага, давай. Бери быстрее, пока он... Дуб, дуб, дуб. Ай, дуб. 30 секунд. 2 стака. Секунд. 2 стака? Фиалка, да, у тебя сколько стака. Есть? У меня как будто вообще что-то есть. Ничего у меня не было. Я тут это... Так я же вам кирку хорошую дал. У меня 12 всего есть. Ну ты меня вообще туда-сюда, туда-сюда. Она мало добывает, эта кирка все равно. Так что там оно такое. Ну ладно, стак. Стак? Стак. О, скидку выбили у человека бензопилы. Неплохо. На стак дерево. Стак, значит, в мартах бензопил 64, я понял. Ну, пусть даже на 100 штук. Я думаю, вам этого с головой хватит. Так, подожди, сколько? 100 штук на что? Я 60, запутался. 70 этих штук моих на 100, ага. Я тут пособирал. Так. Ты возвращай, слышишь? Там Фиалка трудится, блин. Ты что, труд не ценишь? Ты зачем поломал там все, а? Доставлю. Да зачем поломал, все говорю, а? Ты смотри, так, какой. Перерублю на раздолбыш. Бери там на дуб.
А, или ты мне скинула. Сколько там? 100 штук надо тебе, да? Да. Так, бери, сейчас я тебе отдаю 100 штук, значит, сюда, вот так вот, еще одну сюда. И нам надо сразу, короче, еще 10 стекла примерно. Не, подожди, сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 8. Да, 10 стекла нам надо. 10 стекла сколько стоит? Так, ну это входит в стоимость. О, хорошо. Ладно, ничего больше не надо. Так. А что еще? Что ты хотел? Нам надо, короче... Декор надо сюда, фиалка. Давай думай, что там за декор нам надо. Диван там. Диван. О, так, давай, диван. Говори цены. И кирку надо покруче, наверное. Диван 40. 40? Да. Капец, нифига, блин, что так много? Ну, ваша кирка на удачу. Давай. Да, блин, надо пожестче кирку. Две кровати, диван 40. Две кровати 40. Так, надо пойти добыть еще три булыги. Оп, 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 оп. Телек. Телек, два кресла. Что еще для счастья детям нужно? Так, компьютер. Компьютер? Ребята, пишите, что вам надо для счастья. Вот что бы вы еще купили себе домой. Вот я считаю, компьютер должен быть. Потому что без компьютера уже никуда. Все уже привыкли быть с компьютером. И, короче, как бы без него. Ну, либо телефон хотя бы там. А то как видео смотреть на YouTube. Ну да, и телефон, да. Так, сюда поставили эту тему. Так. Так, что еще? Я, короче, дом доделал тут. Вот, можно сейчас дорожку пошире сделать. Так, вот сюда. О, продай там пальмы в горшках какие-нибудь. Есть пальмы в горшках? Да, либо кирочку получше. Кирочку. Есть кирочка с удачей 10, а? Жесткую. Нифига себе ты захотел. А где там эти кровати и диван? Держи. Так нету у него ничего. Сколько? Он ничего не дает. 120? Ага, хорошо. Да. Так, да, как диван. Там делался? Нам надо палки. Палки нам нужны. Палки. Какой палки, же диван палки, вам палки. Дать? Оп. Не, подожди, не так. Вот так. А вот такой. Не. Вот так. Так, вспоминает профессионал, как крафтить забор. Кто помнит, как крафтить забор, ставим лайк, потому что забор крафтить это дело еще то. О, кровати. Так, подожди, да. Диван. Вижу диван. Еще, наверное... Куда? На, ставь. Куда ты будешь тут ставить? Красивый диванчик. Подожди, а я что, спать не буду? А, нет, вот есть еще кровать. В смысле, я кинул еще одну. Все, я уже увидел. Не возражай! В смысле, не возражай? Что хочу, то и делаю. Так, вот, все сюда поставил. Так, ну, теперь здесь берем еще палки. Палки берем, еще заборчик делаем. Да, постоянно забываю, как крафтится этот забор. Вот, все. Это моя профессиональная слабость. Не помнить, как создается забор. Так, здесь все готово. У нас уже есть такая тема. Продай саженцы. Сколько саженец стоит, а? Саженец сколько стоит? Саженец стоит... Давай 5 саженцев. И костной муки саженцев. 10. Ну, все это за 50 отдам. 50? Че так много? О, еды, спасибо. Фиалка, у тебя есть 50? Сзади патроны! Бей ее, бей! Какие патроны? Да бей ее, патроны продай, надо патроны нам. Нету патронов, так. Киркой гаси ее. На тебе! Давай! Да алло, помирай! Ты что такая бессмертная? Во! Там упало что-то. У меня сахар есть, сахарёчек. Сахар есть? Сахарёчек. Там еще скелет в броне. Заходи в дом, фиалка, а то она сейчас завалит. Бесполезно. Закрывай. Закрыл. Ха, он сгорел, походу. Серьёзно? Продай патроны, слышишь? Что за фигня? Какие патроны? Зачем тебе патроны? Не надо тебе патроны. Для автомата патроны, сумку с патронами продай. Чтобы были патроны. Так, сахарек нельзя покушать, надо только его этот. Для тортика. Но для тортика надо еще приколы, ладно. Поэтому не хватает. Кирку, фиалка, сколько у нас скидывает? Сколько у вас там? У меня 12. У тебя 12, у меня 39. 51 у нас всего. Давай нам саженцы, значит. Так. О! Забирай, заклянчу. Да я уже все забрал. Саженцы. Так, бери патроны себе на саженцы. Костная мука вам еще надо, да? Сколько костной муки вам надо? Ну, я не знаю, чтобы вырастить все это дело. Так, на 50... О, подожди, 50 за саженцы скинул. Так, и нам надо еще будет. Все. Так, 5 саженцев. 60. Ну, что у вас тут? Больше ничего не хотите делать? Там телевизор ставить. Так, денег нету, надо, короче, собирать. Да, ну так собирайте. Собирайте. А сам не хочешь пособирать? Нет, не хочу. А надо. А не надо. А некому больше. Так, так вам. Я бы, короче, еще сейчас вот тут, короче, вот так закрыл. Вот так закрыл. И вот сюда на самый верх попробовал бы посадить дерево. Вот, надеюсь, оно не загорится здесь. Вот.
Ну, а если загорится, как говорится, земля ему стекловатой. Все, здесь, короче, высаживаем лес. Опа, только не маленькое, пожалуйста. Главное, чтобы не маленькое дерево. Во, нифига у нас тут роща целая получилась. Хорошо. Это хорошо. Да. А ты знаешь, можно огород такой сделать. 31. Смотри. Ага, в него попробуй попади-то еще с калаша. В него нельзя попасть. Фиалка, беги. Ай, фиалка, прости. Так, я в дом. Я в дом. Забегай быстрее, забегай. Там эти эндермены. Так. Че ты дверь не закрыл? Закрывай. Да закрывай. Павуки. Павуки. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй, куда ты меня? Нельзя отравить меня. Ты где? Откуда он спавнит, слышишь? Они вот тут на диване появлялись. Он, походу, в невидимке бегает или где-то. О, там куры. Ой, кура. Ой, мясо. Хорошо. Смотри, как их там много. Да я вижу. Что-то надо с эндерменами придумать. Блин, это вообще жесть какая-то. Смотри там. Эндермен блок спер. Ты чё, блин? Спер? Да, сзади стоит прям. Ой, все, он телепортировался туда. Офигеть, я чё видел? Вуп. Чё, вуп? Ты чё там этот? Алло, хорош ты тут эндерменами душнить. Чё теперь с ними делать? Надо убивать нечем их. Давай сделаю... Блин, бетонный меч не могу сделать. О. Уа, чё происходит? Давай, слышишь, как-то его киркой бахнем. Ага, фиг, он не простреливается так, да? Ну тоже. Давай, короче, этот как-нибудь запинаем. Он курицу. А, он пройти не может. Так, к нам забежал куренок один. Угу. Нифига. Дерево горит. О, капец, там все загорелось. Ё-моё, выживание. Выживание, так, мне надо выбежать срочно. Блин, оно уже все сгорело. Нифига себе, вот это было быстро. Я даже глазом моргнуть не успел. Слушай, а получится жареная курятина или нет, а? Ну-ка, оп, подходи сюда. Подходи. О, жареная курица. Нифига. Получилось. Ха, забавно. А ну, а ты пойдешь туда? Давай, давай, давай. Тут чуть-чуть. Чуть-чуть вперед пройди, только не падай. Не падай. Так, и вот туда теперь. Шмак. Так куда ты? Смотри, в воду, она умная. Нифига. Так, а ну давай еще. Давай, давай, давай. Ну алло. Ну что, мне тут блоки что ли ломать? Ты что, прикалываешься? Давай, заходи туда. Нет, она там пережарилась немного. Блин. Ладно, я попытаюсь поживиться. И... Че тут с этот эндермен? Алло. Это кто? Да отстань ты. Закончились, да? Ай, блин, человек бензопила что натворил? Так, пошли вон отсюда. Корова еще была. Ай, меня какие-то летучие гады пинают. Смотри, что происходит? Маленькие цыплята. Да я вижу тут. Кто это? Отстань от меня, блин, ё-моё. Что происходит? Где она летает через блоки? Кто оно? Где оно? Какой паук? Какой паук? Что вообще происходит? Ай, вредины. Отдай блок. Отдай на блок. Тебе. Замочил одну, замочил. Это ты все, блин, слышишь? О, меч, фиалка, бери меч. Меч бери. А, у тебя кирка нормально. Дай мне меч тогда, дай меч. Дай меч, 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 дай, 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 дай меч. Где? Сзади кто-то летает еще. Летающая гадина. На тебе. Нет, она сквозь блоки летает. Смотри осторожно. Так, я сейчас залезу вот сюда. Ты че всех увижу. Ну-ка. На тебе, на тебе. Это этот гад их призывает, слышишь? Офигевший. Ой, что выпало. На ой, тебе. Что выпало. На тебе. Ой, что, что там выпало? Выпало? Где что выпало? Опа. Фиалка, ой, на, вы, на, выживешь, это, выживешь. Это эндер-жемчуг, знаешь? Это бессмертие, тотем. А, у меня вот, тут... завалило. Тебя... Вон оно летит. Пошел вон. Все, я замочил его. Ага, не получилось у тебя ничего, да? Слышишь, ты надоел. Короче, я предлагаю, знаете что? Что? Заканчивать всю этот хаос, этот весь, веселуху всю эту. Нифига себе, блин. Мы тут вот так уже сколько выживаем, блин. Тут реально приходится выживать, потому что человек бензопила нас вообще не щадит и просто издевается пилит, над нами. Пилит нас, пилит и пилит, капец. Каких-то всяких гадов ставит и все. Ну куда, ну куда? Алло, ведьмы, блин, тут поставил, а? Откуда они, как они здесь появляются? Не знаю. Что за вообще жесть такая? Так, надо новые обоймы взять. Короче, ребята, вот такое у нас выживание с человеком бензопилой получается на одном блоке. Я все вижу, тут вообще-то дырка сверху появляется и пропадает. Слышишь, нифига, блин, курей наспавнил. На твою кровать, кстати, фиалка. Фу, слезай! Ну давай! Будешь спать в курятнике теперь. Я на улице посплю. Если вам понравилось, ребята, такое выживание на одном блоке человека бензопилы, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите об этом в комментариях. А мы будем заканчивать, потому что тут уже прям становится реально сложно. Ну кто это? Давай, ставь, кто это такой, а? Что там за черное яичко у тебя было?
А, скелет-иссушитель, классно, замечательно, но нифига у него не получится. Вот, вы, ребята, поняли, что надо делать, ставить лайки, подписываться на канал и не забывайте про колокольчик. Ну а с вами, как всегда, был я, профессионал енот, Фиалка и вот этот вот вредный, 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 да, человек-бензопила, который постоянно пакостит, все здесь ломает, мешает и ставит кучу курей. Ты что, любишь курей, что ли, а? Да. Капец, короче. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр и пока-пока-пока. Пока, ребята! Пока-пока!